Роберт Рождественский о войне. На земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую, и однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко. Небольшая оказалась война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску ему выдали маленькую и маленькую по размерам шинель. Но когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике, вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост.